6 годов прожил. Угу. Все зубы были. Очки не нашел. Таблетки не едал. Угу. Вот. Крепкий был. Небольшой был, но такой корено. Кузнецом пробил всю жизнь. Своя кузница была у него. Ковал все. Раньше железо ничего не возили. Все ковали. То капканы, то... Все делал он. Ножи сваривал ей. Паял и все делал. Вот так умел как-то. Свой как-то уголь делал. Сам яму выкопал. Там дрова накладет, зажгет, потом эти все сгорать, оставаются угли. Вот он, этот уголь там, кузнечный там уголь ты подкладывал, как его была меха, там поддувать, там горит, он тут и, это, и нажигать все. Все от свету, электричество, он то все руками. Все ковал. Мы мало были, все видели, ходили в кузницу ему. Железяк-то всяких. Я, говорит, всю жизнь ничего не воровал. Оно грех, говорит, у меня есть. Я, говорит, например, он принес ковать. Я ему сковал. У него железо осталось. А у другого не хватает. Я, говорит, и... И этим железом тому сделаю. Вот, говорит, тоже грех, что так как украл. Все говорил покойный. Он как Коля такой был. Вещей не знал, а какие ли вот приметки знал. Он всякие травы собирал, сушил. Вот у него была ящурица высушена. Лягуша была высушена. Вот у дедина молотка его была. Вот я еще тут побаливала. И он эту лягушу все и клал сюда. А потом не болел. Верховской был старик Авраам Сергеевич. Желтухой болел. Почти уж невылечимо. Тогда врачи тоже не были. А мы что-то мало были. Не были. Так он взялся его лечить травами. Но стоями вылетел, старик долго жил, долго он его мучил. А тут была у дяди Гаврила, у нашего дочери Федория, у ей нога, раньше, нынче это такой болезни не признавают, ей какие-то дыры делали, змеевец, говорят, змеевец там есть, змеевец какой-то по-старому, вот. И детка и вылечил. Он, говорит, две избе его было. Говорит, пусть она здесь и живет. Он там, через, как ли он, говорит, конский волос, лицо он где, как протыкал, что ли там. Я мало была, так худо не, что ли, не боялась, бас, мало смотрела. Так, Федория 80 больше лет жива, вообще же на Кубани живут. Вот ведь, вот мог как он, вот как врач. Да. Вот его это было. Он всегда травы всякие собирал. Он чай не пивал. Он всегда пил пакулу, чагу. Он все и пил. А пакула это что такое? Да, пакула называют. Раньше пакула, а нынче это чага зовут. Березово-то. Вот эту пакулу он еще пил ей. Когда и пил этот, от луковицы эти доваривал, ну, шелуху-то от луковицы, то пил все и кашляет, станет чихать. Деля, говорит, простых, наверное. Натерет редьки. Лук вытрет тут, луковицу. Квас раньше, постные квасы делали все. Тогда, нынче такой квас, Коля, делают, продавают, да не такой. Раньше делали из ржаной муки, пары парили, да. Такой баской квас был, вкусный, кисловатый. Он это, наливат чашу, раньше деревянные чаши были. Наливат этот квас, туда редьки ложат. И
хлеба жгет, наверное. Все, тем вылетел, летит еще. Вот как жили старые, они все как там утки. А мы нынче одни только таблетки, давай. Вот эти таблетки наши допекают. Мы одно лечим, а второго спуша старого болит. Не, давление все время, так все таблетки тоже ем. Все таблетки. Сколько уже годов я есть таблетки.